Не, она реально, она походу вайпер пилит. Видишь, вот этот стоит корпус. Скорее всего, этот титан. Блин, знаешь, как будет круто, если сейчас, короче, когда будет 0-0, камера так отдалится, офигенно так. Так так и будет, пока... да. Да-да-да. Да, и там рампарам под грудой металла валяется. Голая. Чинит, Жигуль чинит. Прикольно, конечно, сидеть с железякой какой-то разговаривать. Блядь, запороли такой момент. О. Так, это что-то BTS. Слева направо. О, реально вайпер, чекай. Это его батя, это ее батя, по-любому. По-любому батя. Стоп, а что за вайпер вообще? Ну, последний босс, помнишь? В Тотенфолле втором. А, не помню. Я помню. Только подожди, последний босс, там же вроде была... Вайпер, он же не последним боссом был. Переводил. На похеру. Try adding another zero to that number. He doesn't renegotiate, love. Now unload and get lost. Can I speak to your manager? Something. О, нихера себе. Нормально. Живой, блин. Расширенная тренировка. Он, короче, я так понимаю, позвал ее, наверное, в этот. Или она батину, наверное, планшетку взяла. Бля, лицо, конечно, здесь. А че с лицом? О, Несси опять. Да, анимация такая. That's not yours. Не твое, блин. Do you know what it took your daddy to earn this, eh? It's not mine yet. You'll see. You're never flying one of these death traps. Нихера, Якуза. So, you're that ace my bloke's heard, eh? Best pilot money can buy. Ну, понятно, близко лишь бы бухнуть с кем-нибудь. С девочкой какой-то, 16-летней. А ты точно сделаешь меня легендой? Ля Курчин. О, реально. Слишком, слишком прочитано было. Как они его восстановили, я не понял, что там вообще... Его ж там расхерачило дико прям. А как он вообще? Я не понимаю, как он запустился с ней, я не понял. Может, это какая-то упрощенная модель? Нереалистично. Transferred.
makes you blind. And gets the ones closest to you dead. I know, little Viper. Viper on station. I know I failed him. And he left. Worst part was not knowing why. Maybe he left because of me? But he died because of you. He knew what he was fighting for. All this time, you've done nothing but try to get to me. Wondering if Daddy loved you. Wasting your life so you can avenge his. If vengeance is all you're good for, girl, go ahead and take it. But you pull that trigger, your story ends. Your father never wanted you to live for him. He wanted your legacy to be better. So, little Viper, are you a pilot? Or just the sobbing daughter of one? My call sign is Valkyrie, and you'll live to remember it. Валькирия, блин. Короче, в общих чертах. У нее батя пилот. Рампарт. Ладно. Да, до свидания. Надеюсь, она как у Фьюза пушка будет меняться со скином. Так, чат, с вас, я не знаю, миллиард долларов США, блин. Я просто компьютер все прочитал, вообще все просто прочитал, все прочитано, абсолютно все. Короче, в общих чертах. Ее батя был бывшим этим предатором, типа, под близко. Она хотела стать, типа, как он, хотела летать, хотела стать пилотом. Но она постоянно что-то там херню какую-то делала. В общем, то ломала, то еще что-то. Ну, как обычный ребенок. Угу. Вот, близкий за столом говорит, типа... Ну, бремя усатый пилота... Усатый — это ее батя. Да-да-да. Бремя пилота, говорит, типа, делает тебя слепым. Она такая, ах ты сука, блин. Короче, я не знаю, нахрена карточка этих хищников... А, это не карта, они же поменяли канон. Они поменяли канон, теперь это, кстати, не карточка хищников. Это карточка, ну, типа, приглашение на игры Apex. Просто браво, респауны, как вы все перескакали, и просто гениально. Вот. Она лично от близко хотела получить эту карточку. Он ей там рассказывал, типа, блин, что твой батя умер за то, что он знал, за чего он боролся. Типа, вся вот эта херня, обычная ваниль. Она ему говорит, типа, да нет, это ты паскуда, может, он, типа, ушел из семьи из-за меня, но умер он из-за тебя, короче, вообще, что-то дико там все у них. А он умер в Титанах, во-вторых? Да-да-да, его просто... Да, ну... в русской локализации, если что, это Гюрза его звали. Ну, он, если что, он умер, ну, типа, просто по щелчку пальца вообще, блин. Не, ну, прикольно, на самом деле, грустненько так. А ты можешь на стриме показать видос, где он умирает? Так, 2 минуты, вот, сейчас.
Ну, вот это он, типа. Лёд, блин, а можно качество еще хуже было сделать? В 16-м году. Вот, видишь, он. Ну, кстати, в Титанфолле, по-моему, не было его лица вообще. Да, там просто... Я даже не помню, как он умер, по-моему, там у него кабина оторвалась, его надо было расстрелять туда и оружие. Короче, у него там секундная роль, да? Типа он просто умер-умер. Ну да. Ну как по мне, это самый интересный босс тут. Я только не понимаю, почему его титан где-то на луне вообще лежал. Mm. Он его просто из спидфайра расстрелял и все. Сука, они даже тогда что-то знали, блин, про этот ган. Спидфайр, да. У нее, кстати, она сказала, типа, мой позывной Валькирия. Так что, возможно, типа, будет не Валка, а вот именно, ну, типа, полностью Валькирия. Хер знает, короче, как будет на самом деле. А Пари это кто вообще такая? Ну, Пари это новый какой-то, просто персонаж обычный. А, еще какой-то? Не, если честно, вообще трейлер прям охеренный. Это, наверное, самый лучший трейлер, в принципе. Очень круто так даже. Грустненько как-то стало. А то, опять вот это... В-третьих не будет. Да. Опять вот эта серая мораль про то, что вот, посмотрите, и на эту сторону тоже у них там своя драма есть, все дела. Mm. Прикольно. Слушай, отмотай, короче... Как и предполагалось, она типа дочка Вайпера. Хотела летать как батя, и в итоге она будет летать как батя. Все, она и умрет как батя от спидфайра. Да-да, в каждой катке на Олимпе. От рампарца спидфайра. Не, короче, как я говорил в видосе, рампарт сделала из титана бати ранец с ракетными этими штуками. Титана бати. Титана бати. Вот я реально не понял, что вот это вот за место. Что это за луна какая-то? Там слева просто была баба, короче. Это вайпер из Валоранта, похоже. Да-да-да. А, они же в конце подорвали, да, что-то на планете? Это не Луна, это планета, которая в концовке ТФ взорвалась. Вот планета, которая в концовке ТФ взорвалась. А это какая-то Луна ее. Что, не видно, что вот Тифон, а вот планета. Алло. Ой, точнее, этот... Луна. Взрыв Тифона. Ну да, получается. Ну как она, правда, обломки вот именно этого Титана нашла? Просто капец. Там такая армада вообще кораблей была. Не, ну трейлер реально охеренный. Правда, близко какой-то рофильный. Реально такой угарный капец вообще. You kill me, you better. I kill you, you. I'm better. Не, молодой, но вообще капец. Просто отмена поблизку. А что, если молодой близко, то каустик. Так, в общем, Apex Legends Legacy, 9-й сезон, негде спрятаться. Что-то быстро они на самом деле показали уже. Все это дело смотреть Нордстар, это мы только что посмотрели. Так, новая легенда Валькирия. Ну да, получается, не Валька, полностью Валькирия будет. Смелая, дерзкая, пылкая и свирепая Кари и Махара выросла в тени наследия отца. Варимара Хашмеревере. Ну теперь она готова положить начало собственной легенде. Кстати, самое угарное то, что здесь... Она почему-то в каком-то скафандре и... Ну, тут пустынная какая-то планета. Хотя до этого Луна была. Это каньон, наверное, нет? Непонятно. Не-не-не-не, это, наверное, не каньон. Так, зараженный Олимп. Вырвавшаяся на свободу инфекция задушила город корнями и дикой растительностью. Нихера себе, вот это... Нихера. Вот это вообще сейчас неожиданно было. Блин, что-то слишком быстро. Походу, эти... походу вот этот звук... Про джунгли. Я ж... Да, это ж вот недавно был звук именно экзопланеты. Походу, реально, вот это оно, это именно не отдельная планета, а тупо Олимп. Охереть. Так, новое оружие Лук. Боцик. 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 Мощное смертоносное оружие, но только в руках того, кто умеет им пользоваться. Лук способен наносить огромный урон на средней дистанции, однако для этого важно, чтобы каждый снаряд был точно в цели. Вот с луком, капец, хочу поиграть. Очень сильно хочу поиграть с луком. Ханзо Ван Лав. Жиза тоже очень лук хочу. А, Battle Pass Legacy. Так, боевой пропуск наследия, проходи, ну это понятно, рейтинговый бой. Ага, и все? Так это будет типа, ну, какие-то новые боеприпасы для лука, или это будет просто, типа, знаешь, как... Ну, в сливах были пушка. Отдельные, не, отдельные были боеприпасы. Ну, я помню, там лежало какое-то дерьмо на полу. Кто насрал? Так, это раньше, раньше в средневековье смазывали стрелы. Ну да, ты понял. Да, да, таким дерьмом, чтобы, да. Чтобы да, зараза была. Чтобы столбняком люди болели. Серьезно? Да, да, да. Он же капец там загнивает дико. Новые боеприпасы, какашки, блин.
Ха-ха-ха, шутки, пятый класс. Напомню, что понаблюдать за моей игрой вы можете на прямых трансляциях, которые проходят на моем канале каждый день после 6 вечера по МСК. Если вам понравился этот ролик, обязательно поддержите его лайком, подпишитесь на мой канал, тыркните колокол и не забывайте смотреть другие мои видосики. А с вами, как всегда, был Валькирин. До скорого!